От всей души приветствую вас на канале. Так получилось, что мы с семьей немножко разделились. Жена у меня занимается внутренними работами, так как сегодня это очень актуально и срочно. А я занимаюсь сейчас уличными работами, гаражом. Поэтому сегодняшний ролик, скорее всего, Женя полностью вам расскажет от своего лица. Тоже моментик, на секундочку. В Телеграме, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Там я выкидываю порой свои шорты, какие-то идеи, мысли такие прям, сиюминутные. И вот там показывал, как бассейн спускали, показывал лайфхаки, какие теперь знаю по поводу бассейна. И, пожалуйста, братцы, подпишитесь на Дзен, на наш телегу, на нашу, чтобы просто не потеряться, потому что с Ютубом творятся какие-то непонятные чудеса, и, скорее всего, его скоро не будет. Ну, дай бог, если будет, конечно. Я на Ютубе тоже до последнего. Я вообще в блогинге навсегда. И, кстати, братцы, те, кто пишут, типа, ну, есть такие хейтеры, которые типа, ну все, давай на завод. Ребят, я с завода не уходил еще, я там работаю. Вот, сначала на одном заводе, теперь на другом заводе. Короче, всем заводчанам большой привет. Я не просто блогер, это я делаю в свободное от работы время. Давайте пока будем спускаться потихоньку. Тут, кстати, у нас обои, силк-пластер. Ребята, силк-пластер, мы уже спускаемся в подвал. Скоро видосы будут. Женька тоже снимала, вообще шикарнейшие видосы, вам понравятся. Все досконально рассказывает, такая молодец у меня по обоям. Так вот, сауна. Мы бассейн спустили, и сейчас уже перебираемся из нашей уличной бани назад в домашнюю сауну. Вы знаете, что у нас в подвале сауна. Мы тут сделали кое-какие отделочные работы в сауне. Короче, вот у нас уже веники заготовлены на эту зиму. Осталось здесь деревяшку наколотить. Ну а в душевой мы сейчас с вами займемся. Сначала мы с сыном сделаем поддон. Вот прям уже кадры пусть начинаются, а я буду рассказывать. Поддон такого плана, что будет 4 ската, все в центр. А из центра уже вода будет уходить у нас в сололифт. Ну вот, сололифт я уже показывал 1000 раз, вон у меня лежит, уже приготовлен, все. Вот, то есть нам осталось просто сейчас сделать уклоны, потом это все хорошенько загидроизолировать, и после чего мы будем клеить керамогранит. Керамогранит с моим сыном. Керамогранит мы уже съездили и купили. Блин, 40 тысяч вышло на одну комнатку, обалдеть. Так, теперь по гидроизоляции. Я как всегда, я вам покажу. Гидроизоляцию я буду делать SL51, это церезит. Ну вот, готовая эластичная мастика для плиточной облицовки. Ну, под плиточную облицовку. Короче, суть какая? Вот этой SL-очкой вкупе с гидроизоляционной ленточкой, вот такой, друзья, тоже SL-152. И вот честно вам скажу, без этого у вас, ну, не получится загидроизолировать классно вашу душевую. Сейчас будем гидроизолировать, потом кафель класть. Поэтому, друзья, включаем софиты и под музыку начинаем работы. Смотрите.
между первой и второй гидроизоляцией должно пройти ровно 4 часа. После чего мы нанесем второй слой и начнем уже укладывать кафель. Друзья, досмотрите это видео до конца, и вы увидите, какой керамогранит мы с Женей привезли из соседнего города. А сейчас я вам хочу показать тот самый тропический душ, который мы будем устанавливать в нашу сауну будущее. Приобрели мы его уже сравнительно давно с Женей. Взяли его также в стройсистемах, когда устанавливали наш унитаз. Помните? Смеситель для душа с термостатом и верхним душем. Имеет нержавеющую сталь, увеличенная толщина хромированного покрытия, защита душевого шланга от перекручивания, высококачественная латунь, ну и матовое черное покрытие, о чем я уже говорил. Система легкой очистки душевой лейки и двойное сцепление звеньев оплетки шланга. Друзья, и это не полный перечень его плюсов и достоинств. Производство Оливис. Устанавливать мы его, конечно же, будем в следующем выпуске, когда начнем монтировать нашу комнату из керамогранита. Я просто хочу посмотреть. Те, кто видели установку унитаза, уже, наверное, и были на сайте. Там много сантехники, много всего прочего. И в том числе у них же в стройсистемах я беру пену монтажную и клей-пену. Класс, класс. Черная сантехника. Мне вообще просто нравится. Второй момент, на который я тоже хочу обратить ваше внимание, это на сборку. Нередки случаи, когда собирают на фум-ленту, и потом это все начинает подтекать и так далее. Я вам один лайфхак дам и один секретик. Вот это крем вакса, так скажем, вот этот крем Aquaflex Nano, я им собрал весь дом. Сейчас вам пару кадров, чтобы не быть голословным, когда мы собирали котельную, как это все выглядело. Кстати, вот такая штукенция называется сантехническая паста для герметизации резьбы, по моему мнению, является самым оптимальным вариантом для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг вы захотите разобрать резьбу, вы сделаете это совершенно без проблем. Одного тюбика мне уже хватило, ну, собственно, все, что я скрутил по дому, и еще он тяжеленный. Здесь 270 граммов хватит на весь дом. Сейчас я ставлю американки на насосные группы, для того, чтобы можно было в случае чего всю систему легко разобрать. В чем-то я сейчас делаю дилетантский подход, но я вам честно скажу, я вообще не сантехник. Я человек, который строит свой дом. Вот, поэтому ругать меня... Да нет, ругайте, я вообще не против. Мне главное, чтобы ничего не потекло. Вот. В общем, вот этого тюбика 700 граммов, ну, правда, второй я открыл, вот этот, кстати, второй, вот, один у меня полностью ушел. То есть нужен лен и Aquaflex Nano. Вообще, на самом деле, наряду с приобретением Aquaflex Nano, я также взял, друзья, детектор утечки газа. Вот это вообще рекомендую. Я о многом вам еще расскажу в дальнейших видео. Но пока просто смотрите. Это, ребята, все из сантехмастера. Также сантехмастер гель. Здесь есть у меня газовая уплотнительная нить. Это, кстати, очень полезная вещь, потому что, когда я газ подключал себе, там были проблемки. Вот, дальше. Анаэробные уплотнители, уплотнительная нить сменной катушки. Короче, много-много-много всего, то, что вам в дальнейшем пригодится. Вот, лайк. Ну, друзья, ну это на всю жизнь мне хватит, конечно же. В дальнейших роликах я расскажу вам о многих вариантах сантехмастера, что они, ну, вот ребята изготавливают, но сегодня не об этом. Суть какая? У нас есть тропический душ, у нас есть паста, у нас есть лен. Вот в следующем ролике, братцы, кто не подписан, подпишитесь, и я вам покажу, как с помощью вот этих трех вещей сделать классную душевую кабину. Вот. Так, ну а мы с вами, наверное, сейчас продвигаемся дальше и посмотрим, как там Женя уже второй нанесет слой гидроизоляции. Друзья, ни в коем случае не переключайтесь, после чего я покажу вам керамогранит, который мы будем стелить в нашей душевой кабине. Пойдемте.
Друзья мои, все, пойдемте, покажу вам сейчас керамогранит, который мы приобрели для нашей душевой кабины. Мы его даже заносить не стали, потому что будем стелить его. Ну, я же пилить все равно буду здесь. Никакой рекламы, показываю вам только цвет. Так, какую бы открыть? Давай вот эту. Здесь будет удобно. Мы просто в дождь попали, пока везли на прицепе. Но цвет, конечно, божественный. Вообще, мне очень нравится. И вот этим делом... Да что ж такое? Так. Опа! Смотрите. Просто супер, да? Класс. Так видно, нет? Вот таким гранитом мы сделаем всю нашу душевую. Друзья, подписывайтесь на наш канал, но на канал, наверное, на Дзене и ВК-видео. Я смотрю, что ВК-видео, по-моему, приобретает сейчас такие прям трендовости. Меня сейчас дочь снимает. Дочь, скажи, что сейчас смотрят люди? Молодежь, что смотрят? Ну, что смотрят? Много чего смотрят. ВК? Нет, и ВК-видео, или Дзен, или ВК, да? Видео. Короче, братцы, ВК под видео в описании, ссылки. Подписывайтесь. Скоро будем все это дело монтировать. Но у меня на этом все. До скорых встреч. Пока.